Прошли те времена, когда все кондиционеры стоили достаточно дорого и были предметами роскоши. Сегодня купить сплит-систему вы можете как за 250, так и за 2000 долларов. Есть ли реальная разница между этими системами? Или все отличия только в упаковке и имени производителя? Поверьте, разница есть. И сейчас мы попробуем разобраться, в чем она заключается. Часто покупая кондиционер, человек считает, что ему нужен прохладный воздух. Но на самом деле человеку нужен не холод, человеку нужен комфорт. А поток прохладного воздуха из внутреннего блока и комфорт – это немного разные вещи. Комфорт наступает тогда, когда вы забываете, что в комнате работает кондиционер. Вот представьте, стены вашей квартиры, даже стены вашей отремонтированной квартиры, чем они радуют? Ну, новизной, понятное дело. А можно ли на стене вашей квартиры, такой новой, красивой, разместить чистый воздух? Да так, чтобы глаз радовал. Оказывается, можно. Да, конечно, такие кондиционеры и такие системы выглядят и стоят, ну, достаточно дорого. Но это и есть тот ваш неповторимый стиль, который вы можете продемонстрировать своим друзьям, которым вы можете гордиться. И именно такие кондиционеры продаются, устанавливаются, обслуживаются здесь, на Гагарина 24. Ну и по закону подлости чаще всего техника выходит из строя именно тогда, когда она нужнее всего. Кондиционер за 300 баксов и за 800 производят совсем по разным технологиям, из разных материалов. Одинакового ресурса и уровня надежности быть не может в принципе. Гарантийный 2-3 года скорее всего проработает и тот, и другой. Но не стоит рассчитывать на вечный двигатель ценой в 3 копейки. Вот, например, кондиционеры Toshiba собирают всего на двух заводах – в Японии и в Таиланде. Причем около 30% тайских кондиционеров поставляются в Японию, а там тоже живут люди разного достатка. А японские стандарты качества являются одними из самых строгих в мире. Говорить об автомобилях можно, конечно, бесконечно, но все автомобили, продаваемые в России, они все одинаковые. И, казалось бы, чем отличается наличием кондиционера, рулевое колесо, 4 обычных колеса, клиренс, никакие движки. И только некоторые автомобили это действительно интересные. Но есть вещи, которые служат у вас дома, и они не менее интересны, чем автомобиль. Согласитесь, небольшое устройство при хорошем оборудовании позволяет согревать ваше жилище даже при минус 15 градусов. Ну, только надо специальный зимний пакет сделать. Небольшое устройство на вашей кухне, да без разницы, может уничтожить все вредные бактерии, как вам? Да, пожалуйста, Toshiba, да, Daisekai. Здесь есть ионизатор. Вот у меня в автомобиле, 93-го года выпуска, стоит ионизатор. И я скажу, что в новых автомобилях, которые такие все наворочены, нету ионизатора. Но за все в жизни надо платить и за бренд надо платить. Здесь на Гагарина 24 у официального дилера продаются настоящие Toshiba. Не всякая Toshiba, везенная там через различные таможни, потом проданная в сетях, которые торгуют, честно говоря, таможенным конфискатом. И в этих сетях вы, конечно, можете купить что-то похожее, но вот вам поставят ли там все грамотно, смонтируют, обслужат, я, честно говоря, сомневаюсь. Поэтому, заплатив небольшое количество денег, вы можете здесь выбрать как бюджетный вариант, так и вариант, ну, достаточно серьезный, крутой и надолго. Что вы видите сейчас? Это кондиционеры Ventera. Это итальянская торговая марка климатического оборудования, в основе которой лежат последние инновации, профессиональные инженерные решения и надежный промышленный ресурс. На российском рынке Ventera представлена с 2006 года и уже наглядно доказала свои преимущества российским дистрибьюторам. Надежность и простота управления, бесшумная и безотказная работа, стильный и современный дизайн. Производство оборудования Ventera – это отработанный технологический процесс, лучшие материалы и комплектующие, квалифицированный персонал, что является залогом долговременной эксплуатации в сложных российских климатических условиях. Кондиционер – это часть вашей жизни, которую вы можете и не выключать из сети, потому что номинальные расходы на охлаждение либо обогрев – это всего лишь расходы средней лампочки, ну, примерно 400 Вт. При этом это современные технологии, и нет никакого шума. Кондиционер сегодня, сейчас, это предмет, который вы даже не слышите, как он работает. Подчас уровень шума улицы гораздо выше, чем уровень шума, издаваемый кондиционером. Кондиционер может быть выполнен и вот так вот. Смотрите, искусство холода. Была такая группа Art of Noise.
Так вот она из шума делала искусство, а здесь искусство из холода. И вот эти системы. Не надо громоздить, не надо вешать 5 небольших устройств, когда вот это спокойно охлаждает или обогревает комнату 50 квадратных метров. Но все эти кондиционеры, посмотрите, как выполнены. Ну, просто на загляденье. Сравните в любой торговой сети, в той самой, самой распространенной, дающей беспроцентные скидки, кредиты там. Если вы что-то там найдете подобное, я лично сомневаюсь. Но теперь уже с точки теплоэнергетики вам скажу. А, я еще экологию изучал. Так вот, здесь есть такая система, которая позволяет убивать ненужные бактерии. То есть просто микроразряды электричества между двух сеток постоянно проходят. И не каждая бактерия выдержит удар в несколько тысяч вольт. Согласитесь, это тоже новые технологии. Продукция, производимая компанией LG, является образцом энергоэффективности. Вместо компрессора с постоянным приводом, инверторная система LG использует компрессор с переменной частотой вращения, которая обеспечивает изменение холода или теплопроизводительности кондиционера в зависимости от изменения температуры в помещении. Все это делает инверторные системы LG более экономичными и энергоэффективными, имеющими меньший уровень шума в сравнении с традиционными моделями. То, что вы видите сейчас, это Art Cool Gallery. Следует отметить уникальные особенности кондиционеров этого модельного ряда, у которых фронтальная панель внутреннего блока выполнена в виде рамки для картины. Эта серия Art Cool, имеющая строгий и в то же время изысканный облик, использующая самые современные технологии, позволяет наиболее полно удовлетворять потребности пользователей. Ну и самое интересное, наиболее комфортным для человека потоком воздуха может быть только природный свежий бриз. Произведя многочисленные исследования, компания LG практически полностью восстановила природные параметры атмосферы. Конечно, у фирмы Elite Climate Plus есть очень много плюсов. Это строительство, проектирование, вентиляция, обслуживание кондиционеров и гарантия в том числе. Но самый главный плюс – это индивидуальный подход к каждому клиенту. Обратите внимание, вам захотелось поставить вот такой вот, который мы только что вам продемонстрировали, кондиционер. Ну что же, не проблема. Есть широкий выбор каталогов. Есть возможность поставить кондиционер, который является последним словом техники, и привести его на заказ. И это тоже возможно. Ваш кондиционер может оборудован быть еще и зимним пакетом. И тогда вы уже не так будете заморачиваться о системе зимнего отопления, когда в квартирах еще холодно, а такое будет в октябре, в ноябре месяце. Ну и кроме всего прочего, ради себя мы решили подумать о том, что можно ли ваш загородный коттедж оборудовать так, чтобы в определенное время года вы не угорали ни на газу, ни на отопление, ни на освещение. Оказывается, можно. Для этого только надо включить голову. А голову включать здесь специалисты умеют.